Здравствуйте, дорогие подписчики моего канала. Добро пожаловать на мой канал Natisha's Delit Mundo. Не забудьте подписаться на мой канал и поделиться видео, прежде чем переходить к видео. Развлекайся. Кто такой Гёкберг Демирчи? Откуда рост, возраст, сериал, семья? Гёкберг Демирчи родился 20 октября 1989 года в Измите. Турецкий актер сериалов и кино. Имя – Гёкберг Демирчи. Дата рождения – 20 октября 1989 года. Место рождения – Измит. Высота – 1,81 метра. Вес – 77 килограммов. Мать – Севкан Нурхан Демирчи. Отец – Ильхан Демирчи. Знак – Весы. Цвет глаз кария. Братья и сестры Беркай Демирчи. Домашние животные, у него есть собака. Семья, у него есть брат родом из Аданы. Ее семья всегда поддерживала ее решение действовать. Твое решение действовать осчастливило мою семью. Конечно, всегда поддерживали, жили со мной. Моя покойная мама звонила после каждой серии и говорила: «Сын, не смотри так на эту девушку, мне плохо». Они играют большую роль в моем зрении в эти дни. Образовательная жизнь, брал уроки актерского мастерства в театре Чингиза Кючукайваза. Поворотный момент в его жизни, он начал действовать случайно. Он оказался в центре актерского мира после посещения съемочной площадки своего друга, где он работал, и небольшого актерского опыта, который возник совершенно спонтанно. Актерское мастерство было чем-то, чего я не имел в виду и не планировал. Я только что из армии. По приглашению друга я отправился в гости на съемочную площадку, где он работал. У меня там было пару небольших опытов по поводу спонтанных ситуаций. Это принесло большое счастье в мою жизнь, и я очень наслаждался этим моментом. Затем начался театр, тренинги и так далее. Потом я пришел к этому дню. Первый шаг к актерскому мастерству, он начал свое телевизионное приключение в 2012 году с сериала «Однажды в Оттоманском Кееме». Каким проектом он блистал? Он привлек внимание персонажем Эмира в сериале «Емин». Социальные, имеет спортивное прошлое. Он занимался боевыми искусствами и много лет появлялся на ринге. Он много лет занимался смешанными видами спорта на ринге, включая кросс, фитнес, баскетбол и настольный теннис. Его основной ветвью является тайский бокс. В 2009 году на межрегиональных соревнованиях по кикбоксингу в регионе Мармара занял 3-е место. Его взгляд на любовь, к сожалению, я думаю, что никогда не смогу определить любовь с помощью предложений, которые буду строить. Трудно описать, что они заставляли чувствовать и как они себя чувствовали. К счастью, есть такое: хорошо, что мы живем, хорошо, 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 хорошо. Источник счастья, самый большой источник вдохновения и мотивации в жизни, антиквариат. У меня всегда была большая страсть и любопытство к антиквариату. Приятное волнение, которое у меня было недавно, было антикварной ярмаркой, на которую меня пригласили. Первый полнометражный фильм «Левент Георгиевич / Звезды тоже катятся». Отношение к жизни, у него позитивный взгляд на жизнь. Он предпочитает отдыхать всякий раз, когда у него есть возможность из-за его напряженного рабочего темпа. Время, оставшееся от игры, в основном тратится на умственный и физический отдых, очищение и попытки повеселиться. Я всегда старался смотреть на жизнь позитивно, насколько это было возможно. Я обратился к добру, правде, свету, тому, что делает меня счастливым, несмотря на все потери и негатив, которые я испытал. Его взгляд на деловую жизнь, он говорит, что все наборы, над которыми он работал до сих пор, имеют много забавных,
приятных и счастливых аспектов, но он помещает свой самый продолжительный сериал, «Йемен», в отдельное место. Мне было бы трудно отличить. Но забавные аспекты моего самого продолжительного и все еще продолжающегося набора неисчислимы. Конечно, есть правило, чтобы быть хорошим актером, согласно человеку, согласно его точке зрения и целям. Наверное, это непредсказуемо. Единственное, что я могу сказать о себе, это принадлежать, чувствовать принадлежность, жить и жить с этим. Карьерный план, когда он начал сниматься, у него не было никаких мечтаний. Я понятия не имел и не знал, через что мне пришлось пройти. Все произошло спонтанно в одно мгновение. По мере того, как я учился, чувствовал, испытывал и узнавал, мое счастье, усилия и желания увеличивались. Это свершилось, это дало мне счастье, о котором я даже не мог мечтать. Например, то, что я выиграл. Прекрасная аудитория, прекрасный спутник жизни и т.д. Давайте шаг за шагом будем называть мечты. Мечты о будущем, есть проекты, о которых он мечтает как актер, в которых он хочет участвовать, и имена, в которых он хочет принять участие. Конечно, было много проектов, в которых я представлял себя во время просмотра, например, Шейнершин, Четин Тикиндер, Эркан Джан, Халук Белгинер. Люди, с которыми я действительно хотел бы работать с большим удовольствием и счастьем. Кем он восхищается? Он восхищается Энтони Хопкинсом. Актер, чьи брови поднимаются вверх и даже его подмигивание, которым я восхищаюсь. Как там с этими? Несмотря на то, что он не может проводить много времени в социальных сетях из-за напряженности, его отношения довольно хорошие. Конечно, есть имена, за которыми лично мне нравится наблюдать, но обычно я открываю антиквариат, животных и природу. Следит ли он за модой? Нельзя сказать, что он очень следит за модой. Честно говоря, у меня нет четкого стиля, от которого я стараюсь не отклоняться. Мгновенные решения зависят от того, как я себя чувствую и где я собираюсь быть. Уважаемые зрители, на этом наше видео закончилось. Для продолжения упомянутых видео не забудьте подписаться на мой канал и поделиться видео, берегите себя, до свидания.